Дальше водитель, дверь откройте. Мне не слышно, что вы говорите. Для чего открывать дверь? Вас, во-первых, остановили за превышение установленной скорости. Мне необходимо ознакомить вас с показанием прибора. Словесная перепалка между инспектором ГИБДД и водителем «Копейки» длилась более получаса. Последний упорно отказывался покидать автомобиль, а с автоинспекторами общался исключительно через стекло, фиксируя беседу на видеорегистратор. Документы он привязал самодельным тросиком. Смотрите, пожалуйста. Портите вы их сами. Часто ставили мне точки, точки на правах, точки царапины. Права менялись не раз. С какой целью вы их туда пристегнули? Чтобы обезопасить вас от коррупции. Свою правоту водитель Денис отстаивал до последнего, пока в спор не вмешался полицейский патруль. Тогда герой добровольно вышел из машины и в сопровождении наряда отправился в отделение, чтобы продолжить спор там. Подобные видеоролики о противостоянии водителей и автоинспекции весьма популярны среди пользователей интернета. Вот так спорные ситуации разрешаются в Украине. Откройте, покажите мне, в каком пункте, я вам открою. Вы мне по закону о лояльности не видели? Откройте капот. Я же вам сказал. Откройте капот, водитель. Я вам открыл капот. Двух понятых останови. Останавливайте понятых, конечно. В интернете, как правило, ролики заканчиваются одинаково. Герой видео выходит из спора победителем. А вот зареченский водитель за свое поведение поплатился. На требование отстегнуть документы от троса и предоставить их в развернутом виде по отдельности, он отказался. Тем самым нарушил статью 19.3, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Водительские документы, в которых не хватало страхового полиса, молодой человек отказывался разворачивать и в отделении полиции. Сотрудникам правоохранительных органов он предоставил только паспорт. За неповиновение должностному лицу водитель поплатился задержанием на сутки и штрафом. Теперь он собирается обжаловать действия полицейских в суде. Алина Филиппова, Игорь Войдаков, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».